Всем привет-привет! Я стала счастливой обладательницей палетки Naked Smoky от Urban Decay. Сегодня я создала макияж при помощи этой восхитительной палетки. Я обязательно покажу весь процесс поэтапно, но вначале сделаю небольшой обзор на Naked Smoky. Как и предыдущие, новая версия палетки содержит базовые оттенки для нюдового макияжа, яркие сатиновые для макияжа с акцентом и довольно сияющие темные для смоки. Палетка Urban Decay Naked Smoky вышла в пластиковом футляре. В комплекте с тенями идет двусторонняя кисть. С одной стороны это кисть для растушевки теней, с другой кисть для нанесения теней в складку века. Ворс с обеих сторон синтетический, плотно набит. Палитра состоит из 12 оттенков, 9 новых и 3 перевыпуска, сатиновые, матовые и шиммерные. Первый оттенок High, это новый оттенок, светло-бежевый оттенок с розовым подтоном. Dirty Sweet, новый оттенок, желтый с золотом. Радар, коричневый, шоколадный, теплый оттенок. Amour, серый, очень много блесточек. Slanted, новый оттенок, сатиново-шиммерный, настоящий светло-серый оттенок. Dagger, сатиновый, темно-серый, угольный оттенок. Black Market, серо-черно-синий, дымчатый, самый темный оттенок. Smolder, новый оттенок, черно-серо-фиолетовый, который таит в себе золотые микрочастицы. Password. Новый оттенок серый на коричневой подложке. Whiskey. Новый насыщенный матовый коричневый оттенок. Cambest. Новый матовый светло-розовый грязный оттенок. 13. Новый кремо-беловый с розовым подтоном. Это палетка на каждый день. В ней присутствуют не только темные оттенки для смоки айс, но и также светлые тона на каждый день для мягкого смоки. С этой палеткой можно фантазировать и создавать очень красивый макияж. Качество теней отличное, стойкое. В коробке помимо палетки теней находится подробная инструкция на английском языке для использования теней с примерами макияжа. В сегодняшнем видео я воспользуюсь одной из инструкций. Смоки на каждый день. Давайте приступим к макияжу. На лицо я уже нанесла тональную основу, поэтому сразу приступаем к макияжу глаз. На все подвижное веко наношу базу под тени от Too Faced. Сверху на них пушистой кисточкой распределяю оттенок Cambest. Новой двухсторонней кисточкой точечными движениями наношу оттенок Password. На внешнее веко, затем на внутреннее веко, оставляя середину подвижного века не закрашенным. Края хорошо растушевываю обратной стороной кисти. На нижнее веко наношу оттенок Password, соединяя внешний уголок, но не доводя до внутреннего уголка глаза. Нижнюю линию нужно хорошо растушевать. Теперь самое интересное, заполняем пустую серединку оттенком Armor. Накладываю аккуратно тени плоской, плотной кисточкой, припечатывая их и немного во внутренний уголок глаза. Теперь нужно нарисовать тонкую стрелочку вдоль линии роста ресниц. Стрелочка должна быть короткой, немного туши и накладные реснички. Делаю легкое контурирование при помощи бронзера и хайлайтера. Румяна я использовать не буду в этом макияже. Губы оформляю бледной матовой помадой, чтобы оставить акцент на глазах. Вот и все, смоки на каждый день готов. Мне очень понравился этот вариант макияжа. Также мне очень понравилась эта палетка. Думаю, что многим из вас она тоже понравится. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.